Помыла окно, кое-как оттерла капли от воды, которые были здесь. Знаете, чем мыла с внешней стороны? Кометом, порошком. Ну, вроде бы все хорошо отмылось, даже не видно. Так, если смотреть, то как будто бы стекла нет. Да? Красота. Сейчас буду орхидеи ставить, ведь они у меня где. Мои малышки все ждут своего часа. Немного по-другому выставила орхидеи. Желтую поставила на видное место, она мне очень нравится. Да все мне нравятся. Туда на ее место поставила другую, которая вот-вот собирается расцвести. Буду менять их местами. Вообще они у меня практически все с побегами. И практически все цветут. Красотки. Шикарные. Еле подоконник отмыла от чая. А то я тут поливаю чаем, у меня все на подоконник льется. Молодец, хозяюшка. Красота. Дома навели полный порядок. Все чистим. Теперь можно и чайку выпить. Наконец-то заварили свежий чай. Все сделали вообще, что только можно было сделать. И плитку помыли. Ну, точнее, Виталик этим всем занимался. Я пока окно мыла, подоконник, ну, все остальное дело. Небось, горячий чай. Ну, ладно, с этого блюдца попью. Пить хочется. Знаете, такое слово запыхалось. В детстве говорила, запыхалось. Хочется попить чаю. Ой, шикарно. Ничего нет на обед. А обед-то уже есть. О, хлеб не поставила. Сейчас хлеб поставлю. Надо думать, что-то на обед готовить. Какие идеи у вас? Что вы готовите сегодня? Просто шикарно.